Это очень интересно, когда ваша работа сначала у вас в голове, а потом вы ее реализуете на практике. Получается произведение искусства небольшое. «Мы хотим жить». Название фильма о ветеранах Великой Отечественной войны говорит само за себя. Его режиссер Михаил Ильин построил его на историях людей, переживших блокаду Ленинграда. Документальный фильм показали на «Кинопятнице» в Одинцовской библиотеке номер 1. Фильм построен на интервью и документальных съемках. Интервью с теми детьми, которые в тот момент находились в блокадном Ленинграде и переживали весь этот ужас. Ну, конечно, сейчас становится все меньше и меньше людей, к сожалению, которые видели все это. И, мне кажется, ценность документального фильма именно запечатлеть их и их живые рассказы. Проект «Кинопятница» реализуется совместно с театральным центром «Жаворонки». В библиотеке номер 1 можно увидеть лучшие работы участников конкурса «Магия кино». В этот раз главной темой «Кинопятницы» стала Великая Отечественная война. Сохранение исторической памяти – то, к чему стремятся создатели фильмов. Ролики победителей этого фестиваля у нас будут транслироваться, мы будем показывать ребятам для того, чтобы пробудить в них желание тоже принять участие в этом фестивале, для того, чтобы показать, что ничто не стоит на месте, и проводится такая огромная работа. Возможно, они заинтересуются. Зрители – ученики школы Одинцовского округа. Для них этот вечер особенный. Знакомство не просто с профессиональными, а с лучшими режиссерами. Им поведали о тонкостях работы в кино. После просмотра многие загорелись идеей попробовать создать собственный фильм и представить его на следующем фестивале. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».